Всем привет! Автосалон Mazda. Давайте посмотрим, какие цены и какие машины представлены. Вот эти две машины уже 2019 года. А вот этот ряд, который стоит, все машины еще ценники прошлого года. Давайте смотреть. Mazda CX-5. Белый цвет. Линзованный свет. Омыватели фар. Передние датчики парковки. Давайте смотреть. Mazda CX-5 Supreme. Двигатель бензиновый. Мощность 194 лошадиной силы. 258 ньютон-метров. Полный привод. 6-ступый автомат. Цена машины 2 447 000 рублей. Тут, я так понимаю, какие-то, наверное, еще допы есть. Смотрим. Бесключевой доступ. Подножка. Хромовая окантовка стекол только снизу, как видите. Здесь у нас все отделано мягким. Вставочка красивая. Мягкий подлокотник. Все это стеклоподъемники. Электрорежговки зеркал. Складывание. Блокировка двери. Динамик стоит. Босс. Ну и тут видите, вроде как для бутылочки отформовано. Здесь электро, видите, привод сидений, память сидений для двоих, руль в коже, мультируль, по высоте, по вылету регулируется. Тут все отделано мягким. Здесь, как видите, куча всего. И открытие багажника, включение датчиков парковки, обзор с камер и так далее. Вот так выглядит консоль. 6-ступ автомат, ПРНД плюс-минус, понятно, режим спорт, электронный ручник с функцией автохолд, шайба такая, видите, навигация. Ну и тут у нас климат-контроль, кнопка запуска двигателя, и вот такой вот небольшой экранчик. Кожаный бокс-подлокотник. Тут видите, еще два разъема USB-шных, розетка, полочка такая. Ну и кожаный салон тут. Эти ворсовые коврики. Вот так выглядит сзади. Еще одна Mazda CX-5, уже другая комплектация Актив. 150 лошадиных сил. Привод передний. 6-ступ автомат. Дорожный просвет 192 мм. Время разгона до сотни 99,8 секунды. Почти 10. И здесь, видите, у нас цена 1 874 000 рублей. Актив, это у нас практически, вот видите, да? Вторая комплектация после базы. Цены действительно с 1 декабря 2018 года, то есть на эти машины еще цены не поднимали. Линзованный свет, омыватели фар, туманки, датчиков парковки здесь нет. Смотрите, какие диски зачетные. Якохама резина. 225-65R17. Пластиковая защита, отлично. Посмотрите, тут вся арка закрыта, хорошо. Брызговичков нет. В третий поворот в зеркалах. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Тоже все отделано мягким, хорошо. Все электростеклоподъемники, электрозеркала, такая стильная ручка, динамик. В отличие вот от той Mazda, там у нас систему босса, здесь обычно стоит. Руль в коже, мультируль. Тут уже и кнопок поменьше, видите, у нас по сравнению с той, которая себя отделана мягким, хорошо. Тканевый салон, ручные регулировки сидений по высоте, угол наклона спинки. Тут еще есть, видите, вот поясничный подпор. Кожаный бокс-подлокотник. Здесь все стандартно осталось. Ну и тут тоже
Электронный ручник с функцией автохолд, режим спорт, 6-зуб автомат. Шайба такая, видите, здесь навигация, музыка и так далее. И тут тоже климат-контроль, подогрев руля, подогрев сидений, кнопка запуска двигателя. И тоже такой небольшой экранчик. Ну вот, сзади еще есть бокс-подлокотник, потолки, как видите, здесь есть плафон, ручки, все положено, ГЛОНАСС, очешник. Ну да, все замечательно. Идем дальше. Датчика парковки тут тоже, кстати, нету. Ну и по традиции, видите, на Маздах нет рейлингов. Это идет отдельным допом. Хотите, докупайте. Я сейчас не помню, точно 30 тысяч, что ли, или стоит, или 40. Вот. Кто хочет, отдельно себе покупайте рейлинги. Красавица какая, да? Черный классический цвет, класс. Mazda CX-9. И, кстати, вот здесь у нее чуть-чуть по-другому решетка сделана, в отличие от CX-5. Мне вот этот больше нравится. Там как-то получается вот эти вот грани, они решетка вот здесь вот заканчивается, и вот эта вот сама эмблема как-то она так торчит. Потом покажу. А здесь как-то вот чуть-чуть она, получается, из-за счет этих ребер она утоплена. И получается классно. Такой вид. Реализованный свет. Умыватели фар, передние датчики парковки. Тут еще снизу хромовая вставочка. Красиво. Офигенно. Ну, давайте смотреть. Mazda CX-9 эксклюзив. Бензиновый двигатель. Мощность 231 лошадиная сила. 421 ньютон-метр. Привод полный, трансмиссия 6-зуб автомат, объем багажника 230 литров, клиренс 220 миллиметров, время разгона до сотни 86 секунды, расход топлива в смешанном цикле 9,2 литра, цена машины 3 149 тысяч рублей, вот как-то так. Кстати, это тоже, видите, у нас цены действительно с 1 декабря 2018 года, то есть на эти машины еще цены не поднимали. Ну, я так думаю, куда еще больше, да? Mazda CX-9, 2,5 литра, турбо. Ну, вот такие вот технические характеристики, вы можете сами все это дело почитать. Красивые диски. Тоже все в пластике. Пластиковая без упаковок, кстати. Повторили поворот в зеркалах. Тут еще у нас такая накладочка хромирована, бесключевой доступ. И обратите внимание, как дверь закрывается, видите, как снизу все это, порог закрыт, и одежда ваша будет чистая всегда. Отлично. Уплотнитель. Тут все мягким отделано. И как видишь, вставка такая еще. Ручка. Мягкий подлокотник. Здесь отформован под бутылочку. Тут еще тоже видим большой такой проем. Сюда можем много чего положить. Динамик. Тоже идет уже босс. Все электростеклоподъемники. Электрорелевки зеркал. Авто. Блокировка дверей. Такой, видите, широкий здесь порог. Электрорелевки сидений. Кожаный салон у нас. Память сидений для двоих, кстати, тут. Руль в коже, мультируль. По высоте, по вылету регулируется. Здесь тоже есть куча кнопок и включение датчика парковки, открытие багажника. Тут, правда, еще две заглушки стоит, почему-то даже три заглушки. Верх мягкий, отлично. Такие вот воздуховоды. Все четко работает. Замечательно. Что-то, видите, динамики вверху. Такая приборка. Ну, тут я так понял, что здесь проекционный этот вот экранчик, сюда проекцию. Тут экран чуть побольше, но тоже как-то, мне кажется, не очень большой. Кнопка запуска двигателя. Ну, и вот тут так все расположено. Видите, здесь два подстаканника. Кстати, есть фиксаторы, четко. Электронный ручник. Режим спорт, ПРНД. Тоже подогрев руля есть, трехступенчатый подогрев сидений. Ну,
все сделано добротно. И тут еще видите, как у нас получается. Раз, отдельно можно разложить, вернее, открыть только половинку этого бокс-подлокотника. Тут у нас можно SD-карту ставить, два разъема USB и разъем AUX. Вот так раз. Вы видите, а кто-то пассажир там, допустим, что-то залез, подключил и так далее. Тут у нас бокс-подлокотник сзади, тут шторка, видите, еще здесь есть плафон, красиво все, черный потолок, тут еще есть отсечник, ГЛОНАСС у нас тут есть, вообще круто. Ну, замечательно, здесь есть автозатемнение, ну, все, и тут, видите, как классно сделано, все четко, салон разделен, вообще красота. И здесь тоже вот все в коже сделано, отлично. Ну, такой вот автомобиль Mazda CX-9 в комплектации эксклюзив. Идем дальше. Mazda 3. Вот так она выглядит, она уже продана. Линзованный свет, умыватели фар, туманки, по сути, и все. Резина Bridgestone. Повторители поворотов. Видите, здесь зеркала, снизу хромированная окантовка стекол, руль в коже. Ну, тут мягким отделано, да. Ну, будем считать, что мультируль. Кнопка отключения ESP, датчик давления в шинах. Угол наклона фар. Здесь у нас электростеклоподъемники. Ну, давайте откроем, в чем водитель еще авто. Тканевый салон, ну и вот так, видите, здесь выглядит шестиступый автомат, кнопка спорт, климат-контроль и такой небольшой экранчик, бокс-подлокотник, и сзади еще, видите, здесь тоже подлокотник, ворсовые коврики, Mazda 3, двери классно закрываются, отлично. Дальше. Mazda 6 Supreme Plus. Мощность 150 лошадок. В настоящий момент 213 ньютон-метров. Привод передний. 6-ступный автомат. Объем багажника 429 литров. Дорожный просвет 165 миллиметров. Время разгона до сотни 10,8 секунды. Расход топлива в смешанном цикле 6,3 литра. Цена машины 1 миллион 737 тысяч рублей. Это у нас уже машины. Цены действительно с 1 января 2019 года. На автомобиле 2018 года производства. Классный цвет. Линзованный свет. Датчики парковки. Умыватели фар. Зачетные диски. Резина Bridgestone. Пластиковая защита. 225-45R19. Вот так вот. Не больше и не меньше. Повторители поворотов в зеркалах. Хромированная окантовка стекол. Бесключевой доступ. Давайте посмотрим, что в салоне предлагает. Мягкий верх. Отлично. Тут уже все мягким отделано. Смотрите, здесь так стильная ручка. И потом она так как бы продолжается сюда. Идет тоже все зачетно. Уплотнитель, ручные регулировки сидений, ворсовые коврики. Ну, тут видите, вот так все расположено. Шторка, два глубоких таких подстаканника, там есть еще фиксаторы, электронный ручник с функцией автохолд, кожаный бокс подлокотник тут видите, у нас розетка, SD-карту можно ставить, два разъема USB-шных, AUX, ну и тут еще достаточно глубокий, туда можно что-то расположить. Тут тоже все, видите, в коже. Классно. Верх мягкий, тут тоже все в коже. Климат-контроль, рециркуляция, кондиционер, скорость режима вентилятора, различные зоны обдува, различные подогревы и так далее, куча всего. Кнопка старт-стоп, такой вот экран.
Ну и здесь, видите, вот уже кто-то раскладывал подлокотник в заднем ряду, и здесь еще есть подстаканники. Плафон в потолке. Ну и вот еще Mazda в белом цвете. Люк в крыше, бесключевой доступ. Повторили повороты в зеркалах. Ну, классический цвет белый, понятно. Читаем. Mazda 6, Executive Plus. Здесь 31 лошадь. 420 ньютон-метров момент. Привод передний, трансмиссия 6-ступ автомат. Объем багажника 429 литров. Клиренс 165 миллиметров. Время разгона до сотни 7 секунд. Расход топлива в смешанном цикле 7,7 литра на 100 километров. Стоимость машины 2 263 тысячи рублей. Читаем. Цена действительно с 1 января 2019 года на автомобиле 2018 года производства. То есть эти машины сделаны в прошлом году. Ну вот как-то так. Это у нас получается топ, видите. Давайте смотреть. Датчики парковки, омыватели фар, линзованный свет. Повторили повороты в зеркалах. Тоже классные диски. Резина Bridgestone. Бесключевой доступ. Уже по всему периметру идет хромированная окантовка стекол. Люк. Давайте посмотрим, что тут. Все отделано мягким. Мягкие подлокотники, все электростеклоподъемники. Тут еще, видите, блокировка двери. Электрорегулировки зеркал. Такая стильная ручка. Тут, обратите внимание, у нас электрорегулировки сидений. Память сидений для двоих. Кожаный салон. Тут все отделано мягким. Классно. Руль в коже, мультируль. По высоте, по вылету регулируется. Вот видите, как здесь все это расположено. Шторочка прикрыта. Два подстаканника. Все красиво. Такой экран. Климат-контроль. Ну, тут все стандартно пошло. ПРНД, плюс-минус. Режим спорт, кондиционер. И так далее. Все здесь понятно. Там тоже, видите, вот есть бокс-подлокотник. Черный, кстати, видите, салон. Черный потолок, тоже круто смотрится, отсечник, ГЛОНАСС и так далее. Mazda 6, топ, 2 263 тысячи рублей. Напомню, что эта машина производства 2018 года. Я так понимаю, что машины на уже выпуск этого года еще поднимутся в цене. Собственно, вот посмотрели мы с вами машины, которые представлены в салоне Mazda. Пишите, комментируйте, как вам цены. Всем пока, счастливо.